И снова нашумевшая мусорная реформа, которую, как уверяют чиновники, мы с вами практически не почувствуем. Но вот что касается бизнеса, тут другая история. Если мелкие предприниматели, у которых мало мусора, потратятся не сильно, то вот крупные бизнес-воротилы, у которых его достаточно, заплатят крупную сумму денег. А кто компенсирует всю эту разницу в прибыли? Ну, мне кажется, ответ очевиден. А вот сами предприниматели еще не догадываются, кто будет возмещать лишние деньги за вывоз отходов. Бизнесмены уже начали получать новые расчетки. За вывоз 30 кубов мусора средняя торговая точка должна будет заплатить больше 35 тысяч рублей. Цены возросли по сравнению с этим годом в 3, а где-то в 4 раза. Крупным торговым сетям мусорная реформа принесет несколько десятков миллионов рублей лишних расходов. Мягко говоря, удивлены вообще новыми тарифами, которые предлагаются. На данный момент, в зависимости от вида мусора, тарифы изменяются от 3 до 4 раз. Будем думать, что сделать с этим, чтобы это не коснулось конечного потребителя, потому что это серьезная достаточно расходная часть. Но, скорее всего, мы будем реализовывать собственные проекты по оптимизации выработки мусора, чтобы меньше, ну, собственно, приходилось вывозить. Например, продукты с истекшим сроком годности можно будет отдавать в приюты домашних животных. Это будет проще, чем платить за их утилизацию. Каким образом минимализировать затраты, каждый бизнесмен решит сам, но большинство из них говорят, что придется поднять цены на услуги. Это самый простой вариант закрыть дыру в бюджете. Специалисты считают, что скачок цен за вывоз отходов несколько раз приведет к росту неплательщиков и большому количеству судебных исков. Я полагаю, что это будет сказываться на общем объеме неплатежей, но учитывая количество денежных средств, общую массу их в валовой выручке региональных операторов, и учитывая, что это всегда один ответчик, если мы говорим, допустим, про торговую сеть, в этом случае я думаю, что они в первую очередь будут их просуживать, то есть даже конечные потребители, физические лица, пойдут уже во вторую, в третью очередь, а в первую очередь пойдут крупные неплательщики, потому что это возможность одним судебным решением получить достаточно серьезный объем денежных средств, который полагается региональному оператору. Красноярские бизнесмены уже в эту пятницу планируют обсудить, как избежать большой потери прибыли в связи с мусорной реформой. По их мнению, тарифы сильно завышены и удар по кошельку слишком ощутим. Конечно, никого не радует повышение цены. И пока мы не понимаем, почему так быстро все это было посчитано и объявлено. Поэтому мы и будем это все обсуждать и каким-то образом позицию озвучивать. После совещания бизнесмены сделают заявление и направят обращение в правительство. Будет ли толк от этих бумаг или они окажутся мусором, за вывоз которого опять же придется платить, будет известно уже в следующем году. Антон Шевчук, Евгений Иванов и Вячеслав Казаков, Афонтово новости.